Суд в Мьянме приговорил американского журналиста Дэнни Фенстера к 11 годам тюрьмы по обвинению в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу. Кроме того, суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями. Фенстер был задержан в мае в международном аэропорту Янгона. Власти США неоднократно призывали правительство Мьянмы прекратить насилие и освободить политзаключенных.